Вот, здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Вот так вот выглядит наша калужская лестница к музею Циолковского. И провал рядом с ней. Да, у нас в Калуге теперь есть свой провал. Скоро мы будем деньги собирать, чтобы он дальше не проваливался, как Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Вот, но это отдельная история. А вот что я вам хочу показать. Творится в плане даже вот обычного льда и вообще состояния дороги. Вы видите, что творится? И вы думаете, что это ужас? Нет, это только преддверие ужаса. Ужас, дорогие мальчики и девочки, начинается здесь. Ай. 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 Вот. Прохожие рассказывают, кто где навернулся. Вот. Очевидно, это одна из главных тем сегодня. А для калужан и гостей города, решивших посетить одно из главных городских достопримечательностей. Какая-то техника что-то делает. Результат, ну, не очень заметен, прямо скажем. Ну, как говорится, с наилучшими пожеланиями из ледового царства музея космонавтики. С Новым годом! Новым, как говорится, счастьем.